Всем приветики, дорогие друзья! Ура! Наконец-то настал розыгрыш! Настюшка мне помогает. Неси второй пакетик. Сегодня мы будем разыгрывать наборы из белорусской косметики. Я вчера ездила в наш белорусский магазин Belita Vitex и купила новиночки. Да, мы уже с Настюшкой их сложили. В пакетике. На кону у нас два подарочка будет. Победитель может быть один, может быть и два, поэтому мы на всякий случай приготовили два подарочка. Хотя вы знаете, девочки такие непредсказуемые. В прошлый раз у нас тоже мы думали или один, или два победителя, оказалось у нас целых четыре. Поэтому неизвестно, как могут пойти обстоятельства, может быть и больше победителей. Итак, на кону у нас мы в подарочках будем разыгрывать вот такой вот роскошный шампунь для восстановления волос. И также маску баттер. Ой, кто к нам пришел? И различные пробнички. Сейчас покажу, что разыгрывается во втором подарочке. Только открою дверь, к нам кто-то пришел. Так, я вернулась, становится все интереснее и интереснее. Нам тут кое-что привезли домой, а что, покажу в следующем влоге. Будет еще интереснее. Кстати, Настюшка нарядилась специально для розыгрыша. Покажи, какое ты платьице одела, да? Скажи всем привет, Настюшка, помахай. Всем желаю удачи. Так, что у нас разыгрывается? В другом подарочке у нас это вот такой вот золотая маска-пленка фирмы Belita Vitex. Держи. Да, и Насте тоже надо. Затем вот такой вот крем-хайлайтер для тела. Мандариновое настроение. Кстати, лимитированный выпуск. Спасибо, да, красится. И тоже положила различные пробнички и вкусняшку. Наши белорусские. Итак, а сейчас вопрос. Вам надо будет угадать, какое количество шариков на нашей елочке красавицы. Все-таки старый Новый год, Новый год, новогоднее настроение. Поэтому шарики мы будем считать даже маленькие. Большие, маленькие, голубые, но не сухие. Вот эти вот сухофрукты, просто вот количество шаров на нашей елочке, большие или маленькие. Также говорю, что будет учитываться один вариант ответа, но также могут участвовать ваши друзья, родственники, только чтобы видно было, что с другого аккаунта они отвечали. Будет победитель тот, кто первый угадает, кто первый напишет правильный вариант ответа. Поэтому пишите, если никто не угадает, то победителя будет два, тот, кто написал ближе число, ближе к правильному. Поэтому всем желаю удачи, участвуйте, пишите свои варианты ответа под этим видео. Когда будет стоп-игра, я напишу также в комментариях. Вот, так что все, дорогие друзья, участвуйте, увидимся уже с вами завтра, и всем пока-пока!